В одном из недавних видео я спросил, нужны ли короткие ролики, посвященные самым элементарным и простым билдам на канале. И вы ответили громко и хором: да, нужны. Так что сегодня и начнем. Видосы подобного формата будут просто рассказывать вам о том, какой мод куда ставить и какой результат это даст. Говорить ли про более сложные наборы модификаций на канале, я пока не решил. Посмотрим на интерес к этой теме по этому и следующим видео этой рубрики. Сегодня говорим о самом популярном билде сезона возрождения и самом простом, который использует особенности модов на колодцы и обновленный пустотный подкласс. Для начала давайте покажу, как он работает. Итак, билд идеально подходит на зачистку, урон по мелким мобам и мобам с желтой полосой здоровья. И что самое главное, он работает на любом классе. Главное, что вам понадобится, пустотное оружие. Особенно хорошо подойдет пистолет-пулемет «Воронка Прят», добавленный в этом сезоне. Старайтесь выбить его с перками жизнеобеспечения и безумия. С ними ПП в ПВЕ будет даже лучше, чем паук-отшельник в лучшие годы. Но кроме этой пушки можно использовать и гнев Шаюры, да и вообще теоретически любое пустотное оружие, даже какой-нибудь гранатомет. Теперь к подклассу. Как я и сказал ранее, подойдет любой пустотный класс игрока, поскольку нам интересны моды в броню и фрагменты, а они общие для всех. Ставим эхо изгнания, который заставит врагов взрываться, эхо останков и эхо противодействия. Теперь к модификаторам. Ключевой модификатор – нестабильный поток. Именно благодаря ему вы будете получать нестабильные патроны при подборе стихийного колодца. Эти самые патроны в связке с остальными модами и дают столь эффектные взрывы врагов. Гармонический накопитель – мод для шлема, который будет создавать сферу силы за убийство из оружия, стихийно соответствующего вашему подклассу. Именно поэтому я говорил, что подойдет любое пустотное оружие. Мод «Колодец выдержки» – это пустотный мод, который значительно сократит входящий по вам урон после подбора стихийного колодца и позволит вам жить дольше. Также можно добавить еще один мод из артефакта – «Источник мощи», который увеличит урон от оружия после подбора стихийного колодца соответствующей энергии подкласса. Мод «Колодезник-потрошитель» будет создавать колодец всякий раз, когда вы убиваете врага после применения классовой способности. Особенно удобно это на охотнике. Сделал перекат, стреляешь, колодец есть. Но другие классы тоже, конечно, могут воспользоваться этим эффектом в начале перестрелки, поставив, например, раскол на варлоке или баррикаду на титане. Еще одним из модов, предназначенных для того, чтобы создавать стихийные колодцы, который хорошо интегрируется в этот билд, станет мод «Стихийные гранаты», который просто использовать, и он очень эффективен благодаря возможности юзать любую пустотную гранату на любом классе. Тут уж решите, как вам удобнее создавать колодцы, через обилку или гранату. В общем-то все, вы собраны, можете выкашивать энергии пустоты толпы противников. Такой билд на каждый день точно будет полезен практически в любой активности, так что пользуйтесь. Если ждете еще других таких видосов с наборами модов, ставьте лайк под этим. Если ждете вообще видосов, то присоединяйтесь к 38 бравым гардианам, которые поддерживают канал подпиской на Boosty. Сейчас это невероятно важно для канала. На этом у меня все, спасибо за просмотр, до связи.